Ваша честь, у меня имеется ходатайство. Я прошу вас приобщить дополнительные материалы, которые обосновывают законность и обоснованность заявленного нами ходатайства, а именно постановление о привлечении в качестве обвиняемого в части 2 статьи 213. В настоящее время обвиняется в совершении тяжкого преступления против общественной безопасности и общественного порядка, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Следствие полагает, что, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также может угрожать свидетелям и потерпевшей с целью склонения их к отказу от своих показаний или изменению ранее данных ими показаний, скрыть следы преступления. Кроме того, обвиняемый, оставаясь на свободе, желая избежать наказания за содеянное деяние, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, в том числе на территории иного государства, так как является уроженцем иного государства, или может иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также имеет реальную возможность сокрыть либо уничтожить предметы, документы, иную информацию, имеющую доказательное значение для уголовного дела, поскольку формирование доказательной базы по уголовному делу не завершено.